Самара отмечает юбилей классиков. В филармонии стартовал цикл концертов «Только Чайковский», посвященный 175-летию со дня рождения великого композитора. Дату отметят в следующем году, но до этого времени самарцев ждет большая программа. Что интересного для знатоков и любителей высокой музыки, узнали наши корреспонденты. Вариации на тему рококо – одно из самых светлых и радостных произведений Чайковского. Как почти полтора века назад, так и сегодня публика принимает его с восторгом. Грациозную и безмятежную тему рококо Чайковский сделал напевно и задушевно, и в русском народном духе. Чайковский, он столько красоты увидел в своей родине и в своем народе, что этой красоты нам сегодня с избытком хватает. Чайковский написал всего два произведения для виолончели. Солист Кирилл Родин не раз выступал с ними на международных конкурсах. Пожалуй, рококо – это та музыка, которая одинаково интересна и доступна, и понятна и искушенным ценителям музыки, и простым слушателям, которые пришли получить удовольствие. И, возможно, посетив этот концерт, они захотят прийти в концертный зал еще раз. К 175-летию со дня рождения великого композитора Самарская филармония приготовила зрителям цикл из 5 концертов. Это встречи с лучшими солистами России, Испании и Японии. И, конечно, коллекция избранных произведений классика. Ася Кандаурова, Виктор Соколов. Новости губернии.